Члены Брестского областного совета Белорусского общественного объединения ветеранов занимают активную жизненную позицию, особенно в общественно-политической сфере. Некоторые из них – участники Всебелорусского народного собрания. Мы активно участвовали в выборах и палаты представителей, в местные советы депутатов, ну и, конечно, выборов президента. Большую работу мы проводим с молодежью. Ну, как показал этот год, 2020 год, много еще надо работать нам с молодежью. На пленуме обсудили итоги деятельности ветеранской организации, также выбрали нового председателя. По единогласным решениям стал Вячеслав Хафизов. До ухода на пенсию он был заместителем председателя Брестского горисполкома, затем замглавы городского жилищно-коммунального хозяйства. Я честно вам скажу, что я Вячеслава Филипповича знаю давно. И это абсолютная правда. Могу сказать, что я его считаю своим учителем. Потому что моя работа, моя жизнь в нашем городе, ну теперь уже в области, складывалась в какой-то момент и под его руководством, под его какими-то, наверное, подсказками, где-то, наверное, наставлением на путь правильное принятие тех или иных решений. Я абсолютно уверена, что такой человек, Вячеслав Талипович, привнесет в эту работу и свое такое глубокое личностное начало и сплотит все наши ветеранские организации, всех вас, уважаемые друзья, на выполнение этой непростой задачи. Сохранение стабильности в нашем государстве и воспитание патриотизма, воспитание нашей молодежи. Главными в своей работе новый председатель видит вопросы социальной поддержки ветеранов и привлечения их к общественно-политической жизни. К слову, сегодня в области проживает 340 тысяч ветеранов. Из них около 500 – Великой Отечественной войны. Особое внимание будет и патриотическому воспитанию молодежи. Ветеранское движение – это особое движение. Это люди, которые имеют утвердившийся стержень, которые имеют определенные и правильные, я бы сказал, взгляды на существующую ситуацию. И думаю, что их отношение и их влияние, оно во многом будет содействовать как развитию социально-экономических, так и политических задач в нашем обществе. Моим жизненным кредо было всегда то, что равнодушие – это леность ума. Поэтому постараюсь, чтобы в нашей организации равнодушных не было, чтобы мы действительно были полезны городу и области. Отчетно-выборная конференция Брестского областного совета Белорусского общественного объединения ветеранов по итогам работы за прошедшую пятилетку пройдет 24 марта.